Вот так выглядит книга. Прямо все как на моем макете. Хочу похвастаться, показать мое имя. Здорово. Хочу напомнить еще раз, что когда я читала еще вордовский файл данной поэмы и распределяла текст по страницам, в конце, честно, я правда расплакалась, потому что книга очень трогательная. Очень трогательная получилась. У меня сидел рядом ребенок и говорил: «Мама, что с тобой? Ты почему плачешь?» Это очень интересная, увлекательная история про то, как нерпы попали к нам на Байкал. Книга «Гипотеза». Потрясающе красивые иллюстрации. Ну, в общем, я довольна. Первая моя работа в верстке.